Это видеоблог. Мы в аэропорту. Нурик, всем привет. Все соскучились. Что, проблемы? Так, мы на паспортном контроле. Сейчас я кладу телефон. Сейчас я кладу телефон туда, и вы узнаете, что в рентгене. Вас сейчас просветит к херам. Все. Сейчас всех просветит. Все, отправляемся. Ну и чё, как вам? Нормально? Которые жестко зажигают здесь. Вот такими вещами занимаются. Это видеоблог, здрасте. Чё, ничего не работает? Смотрите, вопиющая ситуация. Во-первых, здесь луком пахнет очень сильно, потому что вот лук. Везут люди, открытый лук. Все зажигают. Тут вообще похоронили человечка. Здесь вот тоже. Вот тут. Тут как будто расстреляли парня. И он такой, о! И как упал, так и остался. Лёв, а что, есть смелость всю тарелку забрать? Вот эту? Нет, большую. Вот эту? Да. Пойдем. Лех, это что? Где? Ну вот, что, за что происходит? А, это. Видеоблог. Так, а пить, что? Компот можешь или компот будешь? Давай. Лёх, а пить из чего? А, пить трубочку забыл. Так, закругляйся, садись. У нас здесь негр. Дай. Ой. Как на дрожжах растет. Долбоёб. Привет. Привет. Это видеоблог? Это видеоблог. Это аэропорт? Это аэропорт. Ложись. Можно мы просто на видео? Да. И вы на видео. Пацаны на видео. Сейчас скажи, страна, смотрите нас в видеоблоге. Это видеоблог. Все, видеоблог. Пока. Пока. Какой-то вот, да, вот этот мне вроде бы интересный. Я же могу пшикнуться? Чипсоводер? Да, я же могу им пшикнуться. Можете его еще и купить. А, могу пшикнуться. Нет. И не покупать. Можете еще и купить. Пшикнуться и не покупать. А сколько он стоит? Он стоит 164 евро маленький и 238 евро большой. Это неподъемная цена, к сожалению. Извините. А что здесь происходит? Что здесь? Она что, похожа? Моете, что ли? А, ну ясно. Здрасте. Расскажите, пожалуйста. Спасибо большое. А мы что, последние? А вы никуда идете. Кто? Я? Баку налево. Спасибо. Это все в самолет, что ли?
Ну все, ну все тогда, хорошо, я понял. Про вас забыли, что ли? Да я в том-то и дело, да. Как самолет без вас полетит? Я в шоке. Ну ладно, все в порядке. Просто, чтобы вы понимали, это видеоблог, сразу предупреждаю. Без вас никуда. Слева от вас. Добро пожаловать. А это что, бизнес-класс, правильно я понимаю? Кучеряво живете. Я говорю это, а вы говорите... Отлично. Здрасте. Это видеоблог, сразу предупреждаю, чтобы было все понятно. Можно я матери позвоню? Привет, ребята. Это видеоблог. Видеоблог, абсолютно верно. Ни больше, ни меньше. С моим другом. Сидим, летим. Ты что? Накрываться собираешься пледом? Что, баба, что ли? Российские авиалинии. Участник Мирового альянса SkyTeam. Желаю хорошего. Мы приземлились. Дня. Ребята, красиво. Смотрите, просто лакшери. А кого-то сейчас депортируют. Особо опасный преступник. Обдаружен. Джейсон Стэтхэм. Издалека похож прям. Как перевозчик, только он типа переносчик. Видеоблог. Ого! Это видеоблог? Что там? Это Джмахал, что это? Это старый аэропорт. Старый аэропорт. И что теперь там? Торговый центр? Не, местный рейс. Местный, внутренний. Охереть, ребят. У вас такая красота, что можно сойти с ума. Он первый раз в Баку, ребят? Первый раз. Вы до города доедете? Доедем до города обязательно. Красота там. Абсолютно верно. Ваша шапка, а здесь уши просто. Слушайте, у вас все английские такси? Да. Фейк-такси. Боже мой! Ребята, я в номере. Пизданут плед из самолета. Так что... Но я вам напомню, что так делать нельзя, потому что это собственность компании Аэрофлот. Время 5:33, а я собрался ездить по Баку на велосипеде. Когда я еще по ночному Баку на велике покатаюсь? Это видеоблог, соответственно. Итак, я еду на велосипеде в сторону набережной Баку. Время у нас, ребята, я не знаю сколько. Так, что там? Колесо обозрения. Опять колесо обозрения. В каждом городе колесо обозрения. Ребята, вы, конечно, что-то просто. И это видеоблог. Еду. Набережная Баку. Птицы, деревья. Это видеоблог. Я бы отсюда не уезжал бы вообще никогда. Это видеоблог даже. Уже даже не видеоблог, это уже даже просто какое-то восхищение просто. Это видеоблог, конечно. Сегодня это будет тревел-блог. Итак, друзья мои, сейчас мы увидим кое-что легендарное. Вот она, дверь. Это дверь Тигель-Тигель Айлюлю, откуда шлюха вышла. И Андрея Миронова хотела закадрить, дескать. Никаких приколов в этом блоге. Просто супер.
видеоблог. Еду в сторону отеля. Время 9 утра, а я решил не спать, а пойти в спа. Итак, сауна. Это видеоблог. Давай покажем видеоблог. Вот он, видеоблог. Тимур. Да. Блин, твоя рука, черт побери. Это было вот здесь. Вот здесь, вот так вот. Черт побери. Охренеть. Черт побери. Мы с Муратом сфотографии. Сможем с вами тоже сфотографии? Можно, давайте. Идите, детки. И вот мы заходим в черт побери. Знаете, какие чувства крутые, ребят? Очень круто, конечно. Самое крутое, что ничего не трогают. Не закрывают этими жалюзями всякими там или еще чем-то. Вот здесь план. Да, вот здесь вот, прям. Не, вот конкретнее место. Давай. Вот конкретнее место. Вот здесь падал, брат мой. Донецкий здесь сидел и шкив здесь по кличкам Рыжий. Ага, ага. Потом... Первый раз сказал, черт побери, так, Никулин. Да. Второй раз сказал, черт побери. Миронов уже. Никулин сказал второй раз, так, черт побери. Так. Донецкий поднимался, Никулина поднимал, и внутри, на правую сторону, зашли, ага, там внутри, гипс ставили. Так. А второй раз Донецкий вот так стоял, смотри. Донецкий вот так стоял, брат мой. Ага. Очки вот так. Ага, ага. И... Миронов вышел этого улица на правую сторону. И потихон пришел, вот здесь падал и говорит: черт побери, Донецкий волю внимания, Ишкин тоже. Второй раз, черт побери, Донецкий вообще, они разговаривают по азербайджанским языкам. Да, 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 да. Да. Этого эпизода видел. Хотя это Турция. Да. А третий раз уже Миронов говорит, черт побери, а четвертый раз. Черт побери! И Донецкий ему говорит, слышишь, бриллиантов нету. Сколько раз хочешь, скажи, черт побери. А где бриллианты? А потом после гипса, вот этого на правую сторону улицы видишь? Ага. Они сперва пешком ходили, Миронов и Никулин, ага, смотрели, какой улица узкий и красивое место. Они вот этого улицы побежали, зачем? Угу. Там заблудились. Угу. Этого эпизода есть кадры. Да, да, кино. Да. Смотрящую площадку стояли Михайлова Светлова ждали. Часы да, смотрели, Михайлова да, Светлова да, ждали. Да, да, да. После этого под крышем на крышем человек-амфибия. Так. Прыгался. Два эпизода снимался в Баку. Одной эпизод здесь старого города в ага, 1961 году под крышем на крышем прыгал. А второй... Девушка сидела на скалу, он нерялся, вот шел жемчужину, шарик, подарок сделал. Ага. А это у нас большой мечеть есть, Бибейбе. Вот там снимался. Вот это да. А третий, Мюслим Магомаева, дедушкин дом, ручная работа из керамика. Мюслим Магомаева же знает. А после этого, оберега моралика. Да, одного да, зверя да, зашли, другого это... зверя вышли. Да, да, Миронов да, да, Никулин. Я видел, да. А да, этого да, улица называется, сперва начинается Малая Крепостная. Второй. Ильяс Эфенди, ага, третий, Мюслим Магомаев, ага, а четвертый, улица Сабир, Тигель-Тигель, Айлю. А потом вот они этого, Якубович тоже недавно здесь зуб болит, азайчаю реклама. Вот здесь была. А, здесь была реклама. Конечно, Якубович. Такси, куда, Дубровка, вот здесь была. Ага, ага. А потом после гипса они вышли отсюда, на правую сторону побежались, а гипсы, проходи сейчас, увидишь, где
ставили. Где ставили, гид? Живая макета увидите. О, давайте. Сперва обратно смотри. Здравствуйте. Тигеля, познакомься, наш брат. Здравствуйте. Дима. Алина, я наш Фархад. Наши брательник, это ее кафе Тото, ага. Брат мой. Наш великий человек, брательник. И твой тоже, брательник. 24 часа для тебя. Как мне знать, я тоже так. Как мое сердце, это тоже сердце так. Спасибо. Клянусь Богом. Брат. Джан, брат. Вот здесь. Вот стой, здесь я тебя фоткаю. Вот который, брат мой. Смотри, брат мой. Казахстан, Дарбент, Махачкала. А вот этого дверь, желание гадающего, это бывает. Этого дверь называется Мурадный чат. Ага. Этого места некоторые люди искают. Смотрите. Ага. О, вот это да. Я когда экскурсию делал, щедрым душам делал. Зачем? Потом они пешком ходили. Некоторые места видели, не сказали. Фазиль, ты какой человек? Бессовестно деньги забрал, а такое место не показывал, не рассказывал. И правильно говорю? Вот смотри, брат мой. Конечно. Вот Магомаев, 799. Угу. Вот это да. Сейчас. Видеоблог. Красотища, конечно. Красота. А, это видеоблог. Здрасте, видеоблог. Здрасте. Это же сцена, правильно? Хоть чтобы нас тошнило, да, бро? Скажет шутку в то время секса сиськи обесценивается. Да. Это видеоблог. Так, выступает Тимур, видеоблог. Идем. 6 тысяч человек. Узнать надо, ладно, Рик? Советник пришел. Советник посол? Советник с женой. Давай вот так, ну так, нормально. Ой, бля. Что происходит? Да. Только стало весело. Да, и сразу начался видеоблог. А, да, бля. Подавай контент. Да. Контент. Соберу с друзей контент. Выложу на YouTube, в интернет. Red Bull? Акривет. Реклама Red Bull. Нет. Интеграция рекламная. Реклама интеграция. Бля, почему мне кажется, что Red Bull пахнет блевотиной? Потому что им зачастую блевали люди. Вот реально, вот если вот... Да, фу, просто дело в том, что в какой-то момент блевотина стала пахнуть Red Bull. 20 до 24 в основном, если мастер рыгал блевотину. Реально, до меня дошло вообще. Что-что? Блевотный запах. Согласись? Согласись. Нурлан правильно сказал, потому что в какой-то момент блевотина... Нурлан только правильно говорит. Лука согласился. Только сегодня. Что блевотина в какой-то момент стала пахнуть Red Bull'ом, и поэтому... Лена! Она буквально вот, я подъехала. Я подъезжаю, я вижу тебя. Все, буквально, все. У нас гастрономическое убийство произошло сейчас.
видеоблог. Я, да, кстати, вот я никогда так не... Понятно, что ребра... Ну, с костями же? Да. С костями? Какие разговоры вообще? Нет, я думал, вот есть, и через некоторое время нет этого полностью. Не, я думал, вместе с деревом, на самом деле. Насчет чего? Варенье из маслин. Даже не собираюсь пробовать. По кругу захерачить ленты это и все. Так просто. Сегодня вечером могу вас отвезти в хорошие места. Вы сами поете, возьмем мой номер поужинать. Давайте. Такие блюда попробовать. Со мной будет Ильхам. Возьмем мой номер. Со мной будет Ильхам. Давайте. Вечером сегодня. 0,55. Два раза дешевле. Это видеоблог. Мы находимся на рынке. Это гранаты, правильно? Да. Все. Это шампиньон же, правильно? Обвести их всех. Московских лопухов. 600 килограмм получается. Хороший помидор есть, килограмм 4 мата. Хотите? Нет, не хотите. Отвесить вам, развесить, обвесить. Обвешайте. Леха, у тебя теперь другой телефон. Это 16 манат кому-то, 17 манат это. Ты снимал на iPhone, у тебя сейчас Nokia. Да. Уфат, это не дохлая кошка. Почему это? Вот эти за 17 кто-нибудь будет? Не, мне вот побольше. Огромный пакет. Это 37. 37? Ну не настолько побольше, это в 14 раз больше. 10 отгрызны, у вас здесь мыши. Это рынок? За 17, ладно. Это рынок? Вроде да. Мы же не голодные, мы можем пообедать. Извините, пожалуйста, у вас телега же, правильно? Все. Хорошо. Орехи хочешь? Ну я не знаю, что-нибудь... Не, смотри, ты потом будешь жалеть. Надо чай? 100% классный чай. Я буду жалеть, сидеть. Вот это самое яблоко. Это что, яблоко? Это то самое яблоко, о котором я говорил, сорт специальный. Оно одно было? Это получается ножом разрезали. Это ножом разрезали? Да. Так, все взяли? Лаваш? Лаваш. А, спасибо, нет. А я не люблю лаваш, у меня не с вареньем, у меня заворот кишок. Я понимаю, у меня заворот кишок, я не могу его есть. У меня изжога. Смотри, он хотел. Олег, а? Олег, тебя. Смотрите, тебя зовут по поводу лаваша. Не надо мне рассказывать. Восточные сладости? Да. Правильно я понимаю? Ну, гранаты. Очень полезно, поедите, посмотрите. На базаре надо сначала кушать, а потом покупать. Надо, да. Я просто не успеваю прожевывать. Вы продавец, да? Это получается магазин, да? Ну, получается, что какой-то магазин тогда. Я вот это хочу. Мне вот это нравится. Возьми вот какую-нибудь такую штуку, это вкусно, пиздец. Это же анальные шарики? Стас! Спасибо. Прекрати меня. Не-не, не чай даю. А то меня обведут вокруг пальца сейчас. Хороший чай. Один манат, килограмм. Пакеты, ребята, пакеты. Это чай? Чай бросается. А, чай бросается. Хороший. О. А это получается контейнер, да, в котором все хранится? А? В нем хранится все? А. Ого. А вот это сколько стоит? Сколько стоит? Один монет. О. Вот сыр козий. Кожа козы лежит. Прям в козе. Сыр. Все, мы покидаем рынок с горами покупок. Оставил здесь просто 2000 рублей на русские. Мы сейчас по улице едем, да? Да. Видимо, заканчивается азербайджанский видеоблог. Так что. Здравствуйте, это машина, да? Да. Здорово.